Я приглашаю вас на лекцию «Создание искусственного мозга. Миф или реальность?». Я и мои молодые коллеги расскажем вам о том, о состоянии этой проблемы во всем мире и о том, какие усилия мы предпринимаем в рамках движения «Россия-2045» для того, чтобы это стало скорее реальностью, чем мифом. Ну, в чем состоит проблема? Мы многое понимаем в мире. Единственное, чего мы не понимаем, как мы понимаем то, что мы понимаем. И здесь есть отдельные конкретные проблемы. Как работают вот отдельные нейроны, как они собираются в сети, чтобы коллективно работать. И каким образом можно было бы регистрировать, так сказать, мысли передавать, может быть, сознательно, бессознательно друг друга. В общем, весь комплекс проблем, который связан с тем, что, скорее всего, достаточно близкое будущее будет уже включать не только нас, мыслящих существ, но и какие-то технические аналоги, которые очень скоро начнут мыслить самостоятельно.